Так. Ну вот, Иннокентий у нас прижился, вроде бы как. Вышли на прогулку. Да, Иннокентий. Я не знаю, почему Регина его так назвала. Ну, Иннокентий, так Иннокентий. Мне сегодня безумно болит голова, погода, видать. Второго мы отдали знакомому. Он очень хорошо разбирается в птицах. Он орнитолог, или кто там птичками занимается. Одного оставили, выкармливать сами будем. Ну, посмотрим, что получится с этого. Да? Коготки у нас очень острые. Я боюсь, что он меня в глаз клюнет. Он все целится. Кушает уже спокойно. Поить мы его приспособили от перекиси бутылочку. Вымыли, налили туда водички, и он пьет замечательно. Мясо уже ему не надо заталкивать. Он уже пьет сам. Ест сам и пьет сам. Да, Накенти. Ну-ка. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот эта птица. Ты смотришь, страшно. Я понимаю, ты охотник. На меня охотиться не надо. Да, я же ничего плохого не хочу сделать. Да. Скоро, наверное, он совсем будет большой. Я не знаю, в каком возрасте они летать начинают, но пока он не летает. Только так, спрыгает с подоконника. Давай, садись обратно. Давай, как попугая, Линта. Все. Вот так. Птица. Где птица? Вот она. Перебирается, не хочет он сидеть на палочках. Опа, а тут еще цветы. Ему удобнее по мне бегать. Но у него когти такие острые. А я еще нашел по цветочку. Да? Еще и в бутылку лезет. Чего такое? Я не мясо. Ай-яй-яй. Мясо еще. Иннокентий. Это девочка. Иннокентия, значит, будет. Краски мало. Да? Краски мало. Ну, значит, еще поедем за краской. Ай-я! О! Он меня укусил. Тебя кормим, а ты кусаешься. А? Это что такое? Паразит. Ему, наверное, просто не нравится. Папа говорит, что это девочка. Но мы думаем, что это мальчик, наверное, все-таки. Да, смотри, укусит. Клюнет. Иннокентий. Все, все, сиди, отдыхай. Сейчас домой пойдем. Ладно.